будем этих пробовать выпускать. И надеюсь, что туда побегут. Если не побегут, то надо будет бегать. Сейчас мы вот так вот сделаем. У них туда уже не лазят морды. Ну да, еле-еле-еле. Буду убирать. Буду убирать здесь велить и запускать маленьких. Так, не-не-не, туда-туда сразу. Вот, вот этот большой уже. Уже за 100 килограмм. Ну, у них есть туда привычка бегать, в тот сарай. И надеюсь, что они сейчас туда все побегут. Эту клетку побелил. В принципе, нормально. Кинул лампу 250-ку на подогрев, чтобы им холодно здесь не было. И насыпал кормушку 20 килограмм. Здесь свиньи уже были большие. И вот где был металл, не грызли. А выше металла начали выгрызать. Но это, грубо говоря, переростки уже были для этой кормушки. Будем переводить сюда поросят. Так, это два. Поменялись. Давай, я тачку специально поставил, чтобы они... Давай по очереди тогда. Заходи. Вот. Первая есть. И сейчас таких по очереди будем заводить. О-о-о-о-о-о-о. Давай, давай, туда, туда, туда. Ну, туда. Давай. Ладно, сейчас этого загоним, а потом того. Также часто спрашивают, чем я кормлю поросят. Поросят на старте, то есть до 30 килограмм. Вот отъема забрал от свиноматки и до 30 килограмм чем кормлю. Стараюсь именно на старте, чтобы был полный комплекс зерновых. То есть ячмень, пшеница, кукуруза. Кукурузы у меня в наличии нету, поэтому покупаю чисто там по ведру, по два. Вот сегодня купил два ведра. Им уже надо заканчивать, вот это последние замесы, и буду переводить на гровер. Покупаю на старте, чтобы была кукуруза, ячмень и пшеница. Ну а дальше просто то, что у меня есть в наличии. У меня немного ячменя осталось и много пшеницы. Ну и может буду подмешивать отрубя, если найду по нормальной цене. То есть вот так. Как я делаю это все? Так, это тоже уже зашел. Все. Эти двое здесь, пойдем третьего встречать. А третий у нас где? Ага, вот. Этот первый пойдет на мясо с этой партии. Пошли, пошли, давай. Есть. Давай туда, вон твои. Туда, давай. Пошли, во. Давай, давай, давай. Вот и так. С одного сарая перегнал в другой. Все эти здесь. Это все у нас на мясо пойдут. Сейчас им сделаю сюда поилку такого типа. Регулируется по высоте путем откручивания гайки. Регулирую. И так само сделаю сюда. Ну, возможно, поменяю бачок, поставлю бочку 30 или 40 литровую. Очень мне нравится моя крупорушка. Вот мне надо кукурузу смолоть. И раз, поставил на бочку небольшой объем, там чисто кукурузу.
и поставим спокойно крупорубку. Вот таким образом. Все, работает. Так же самое, если мне надо, допустим, кукурузу или ячмень в большую бочку, я использую так. Положил на бочку, поставил крупорубку. Все. На малого, допустим, бочку 200-литровую. Надо мне горох. Я так само вместе с этим переставил, к примеру, на горох. На малого полностью надробило горох. И так само ячмень. Все. Раньше я все делал в этот ящик. Допустим, ячменя 200 кг подробил, потом пересыпаю в бочки. А сейчас этот ящик у меня чисто для пшеницы. Пшеницу перебиваю в ящик, а все остальное уже куда мне надо, вот так переставил. И все. На данный момент у меня кукурузы всего там 2 ведра. Я делаю последние разы стартовый комбикорм для поросят. У меня уже поросят маленьких нету. То есть это последние мои, ну не последние, крайние с этих выводков, и перевожу потом на гройер. И вот сейчас покажу, как я делаю стартовый корм поросятам до 30 кг. Так, есть. А то спрашивают, чем кормишь, как кормишь. Элементарно, военного ничего нету. Просто поросятам после отъема надо сначала давать нормированно, по чуть-чуть, раза 2-3 в день, по чуть-чуть, чтобы они не переедали. И так идти на по возрастному. Кукуруза у нас 55 гривен ведро. Ну, на старт надо немного, поэтому я, ну, не беру на весь объем, а чисто для поросят на старте. Уже на гровере, вот у меня кантор на гровере, кантор, я им не даю кукурузу. Просто пшеница и ячмень. Готово. И начинаем. Я беру вот так 4 ведра. Одно ведро кукурузы, одно ведро ячменя, одно ведро пшеницы и одно ведро белковой, витаминной, минеральной добавки старт для поросят до 30 кг. Все по 10 кг делаем. Сейчас ставлю ведро, нажимаю тара,
всего тара. И вот беру, к примеру, ячмень. О, 10. Ну, тут уже не столь важно. Вот, 10 килограмм и 60 грамм. Ну, 10 килограмм. Отставил. Беру также следующее ведро. Оттарил. Кукуруза. Кукурузу я не использую ни на откорме, ну, нигде вообще, только на старте. Вот 10 и 80 грамм, ну, то есть 10 килограмм. Есть. Теперь берем пшеницу. Пшеница у меня всегда в ящик. Я сразу примерно знаю, сколько набирать ведро. Вот, 10-900. Отбираем 900 грамм. Еще больше отбираем. Вот, 10 килограмм. 40 грамм. Отставляем. Опять тарю. Ведро оттарил, нули. Беру добавку. Вот добавки 10 килограмм и 20 грамм. Вот у меня получается ячмень, пшеница, кукуруза и добавка. Высыпаю в мешалку. Посередине высыпаю добавку. Хочу сделать нормальную крышку, но времени нету, пока перебивается так колхозным вариантом. Ну, вообще сделаю в будущем нормальную крышку, у меня уже есть в голове, как она будет удобно закрываться. И вот это так. Это я делаю уже 25% получается стартового корма, уже когда поросята у меня, мы взвешивали 23-25 или 22-25. Изначально я, ну, перестраховываюсь чуть меньше, бросаю добавки 15%, 20%. Выключаю. Снимаю крышку и высыпаю это все в ванну.
оно. Потом беру на всякий случай, еще чуть-чуть взбалтываю моей специальной лопаткой для кормов. Ну, грубо говоря, так просто делаю это. Ну, на всякий случай, может где-то что-то не перемешал. Потому что мешалка 40 кг не сильно хорошо перемешивает. Вот так, к примеру, готовый у меня 40 кг корма. Я эти 40 кг делю 21, 22. У меня одни от груши, от дюрка, а одни пьетренчики от моего патрена. И эти, которые я несу 20 кг петреном, дописываю вот сюда. Вот если я им дал вчера 30 кг насыпал, у них то есть насыпал. Вот сейчас еще 20 кг допишу и тоже им высыплю. Вот, не видела ниппельной поилки, пили с кастрюльки, сразу пьет с ниппельной поилки. Тут спрашивали, как долго приучать. Да они сами сразу начинают, они чувствуют, что там вода, понюхают. И начинают ее пить. Один попил и все, и начинают все. Вот так они здесь уже едят. Кто голодный, кто нет. Кто-то пьет воду, бегает. Им тут будет хорошо, тепло и отлично. Единственное, это с тех, кто у меня переболел, один есть такой кволенький. Вон он там, о, вот возле кормушки первый стоит. Он ест хорошо, воду пьет хорошо, но все равно какой-то такой невеселый. Надо еще будет чем-то кольнуть. А так все вроде бы нормально стабилизировались. Это все у нас вот дюрка, Юрина груша и покрытый искусственно дюрком, сам покрывал. Это такие поросята. Ну, получается четырехпородный гибрид. На откорм нормально будет. Даже хорошо. Сейчас они все, что я побелил, слижут, вытрут, вымажут. Вот, пробуют, как пить. Сейчас поймет, что надо нажимать, прикусывать. И начнут пить. По весу не взвешивал, но тяжелые. Это им получается, они на 6 дней позже родились, чем те грушные. Тех мы взвешивали 17-го, 16-го был 60 дней, 2 месяца было им, 60 дней. А этим получается 22-го будет 60 дней. 22 ноября 60 дней, но они чуть-чуть меньше будут. Ну, переболели как-никак, и так хорошо, что хоть что-то осталось. Вот так.
Так, вот эти вот движения по над стенкой надо выше повесить лампу. Если они уже достают, если об стенку будут опираться, то надо выше повесить. Унюхали, что там еда в кормушке, и все. Ну, сейчас понаедается и будут знать, что она постоянно ест. Им там я в корыто подсыпал понемногу.